Всем привет, дорогие друзья! У нас еще одна посылочка на день рождения от Сергея из Ярославской области. Он пожелал остаться неизвестным. Ну, хозяин-барин. Вот такая небольшая посылка. Небольшая посылка на 2 килограмма. Так, где тут тебя открывать-то? Что же у нас внутри? Бумага, 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 еще бумага. Прям все, как я люблю. Много бумаги. О, какая хорошая коробочка от Джинга. Это что за мобильник такой Джинга? Так. Так, здесь есть какое-то остекление и фонари от Жука в 32-м масштабе или в 24-м. Не, в 24-м. Так, есть комплект колес на... Так, комплект колес на что? Что это? Не знаю, в 24-м масштабе есть комплект вот таких вот колес. Есть колеса от Мерса 300-го, 300 SL-ки. Так, судя по спецовке, это саннисайдовские колеса. И есть пара колес на Dodge Viper. Вот такие колеса. Поставлю родное колесо, как раз таки у меня там стояло не родное, теперь будет стоять родное. И есть еще интересных, два прям белых выбеленных колеса, опять же в обалденной спецовке, это уже похоже на колеса бураговские. Видите, спецовка какая, литье, классно, отличается от вот этого. Есть запчасти по Хаммеру, которые мне присылали посылочки от Олега. В общем, кое-какие запчасти будут дополнены, и опять же он будет поставлен в качестве бонусов на сайт, спасибо. А это тоже, да, это все от Хаммера, тоже от этого детали. Так, пока в коробочку. Есть куски толстенного вспененного пластика. Где-то примерно пятерка. Еще кусочек. Есть тонюсенькие куски. Тоньше, чем банковская карта. Тоже пластик листовой. И есть еще вот такой вот прикольный пластик. Он именно приколен тем, что он текстурный. Нет, наверное, никак не получится передать, что он... Ну, он рифленый. Блин, я не знаю, как показать. Наверное, у меня камера никак не покажет. Я надеюсь, вы хоть что-то разглядели. Ну, вот, кстати, классный. Бэха 850i. Состояние конфетка, как бы сказали, да, парни? 24-й масштаб. Огонь. Превосходно. Изумительно, как говорят. Божественно. Кузов классный. Кузов старенький. Да и сама модель старенькая, да, она саннисайдовская. Она абсолютно целая. Ее надо будет только помыть. Да, что это, грязь или что это, масло? Вообще огонь. Блин, она лучше моей. Так что свою я, скорее всего, наверное, выставлю на сайтец. А это пойдет на полочку, на ее место. Так, начало хорошее. Так, вот тот самый кузов от Хаммера, который мы только что обсуждали. Вот от него его запчасти. Упаковано добротно, значит, там должно быть что-то хорошее. Жук. Жук в 24-м масштабе. Чевенкин смартовский, саннисайдовский или кто-то еще, маистовский и кто-то еще у них есть. Их 4 вида примерно в этих жуков в разном исполнении. С учетом упаковки он должен быть прям отличный. Да. Понкин смартовский. Он кинсмартовский, но он как новый. Он пойдет на замену моему от кинсмарта. Он у меня в синем, кажется, цвете. И он пойдет, так скажем, погулять. А на его место встанет вот такой вот классный экземпляр в черном цвете. Как навье. Зачет. Прям зачет, зачет. Так, здесь явно тоже что-то шикарное.
Ламба, что ли? Ламборгини? Или Порш? Пока не пойму. Чуть-чуть-чуть коцанный Порш Растаровский. У меня есть такой новый, абсолютно новый, в коробочке. И, если не ошибаюсь, у меня на сайте такой тоже новый. Из прикольного, кстати, у этих моделей, у него рычаг вот этот, который связывает колеса передние для поворота, он металлический. Он не пластиковая реечка, а он в металле, и поэтому более-менее добротно. Ну да, он неплох, он очень неплох. Мелкие недочеты, но это все не критично. Классно. Я, кстати, с коробки не доставал, не смотрел, как они выглядят. Но сделано, кстати, очень неплохо. Да, мне нравится. Вот вам и Растар, да? Багажничек, в багажничке там особо ничего нету. А вот капотик у нас не открывается. Ну да ладно. Вот такая у нас маленькая распаковочка посылки с замечательными экземплярами. А особенно редкостью во всей этой посылке является вот этот экземплярчик. Он просто превосходнейший. Все предметы хорошие, но это, я считаю, особенно интересный предмет. Если вам что-то понравилось, вы тоже можете выразить свое мнение в комментарии под видео. Обязательно поддержать Сергея большущим пальчиком вверх. Подписаться на канал. Если вы еще не нажали на колокольчик, то это нужно сделать обязательно. Если вы не нажмете, не будет приходить оповещение о выходе новых видосов. Всем спасибо. Пока-пока.